Добрый день, меня зовут Максим, я из поселка Чист, Молодеческий район. За рулем я нахожусь практически каждый день. Водительский стаж более 20 лет. Работаю индивидуальным предпринимателем, ну, увлекаюсь, можно сказать, автомобилями. Клиентом «Беларуснефть» я являюсь много лет. Заправки «Беларуснефть» нравятся своим отношением к клиенту, качеством обслуживания. Знал, что проводится рекламная игра ежемесячно, но никогда не думал, что повезет мне стать одним из победителей. Автомобиль, который принес удачу, давно у меня во владении. Пользуюсь им ежедневно, много лет, приносит только положительные эмоции. Сообщение о том, что я стал одним из победителей, сразу всерьез не воспринял и ожидал информацию на официальном сайте. Свой выигрыш я поверил уже после публикации на официальном сайте. Нет, не ожидал же я, что стану победителем, никогда в жизни ничего не выигрывал, поэтому это стало приятной неожиданностью. Первым человеком, с которым я поделился этой новостью, была супруга. Ну, свой выигрыш потрачу, я так понимаю, что на топливо и на сопутствующие товары для автомобиля, которые есть на АЗС. Очень люблю путешествовать и по Беларуси, и за ее пределы. Любимый город Беларуси, ну, естественно, Минск. Ну, и очень нравится Гродно. Можно будет как раз вот воспользоваться возможностью своим выигрышем съездить лишний раз в Гродно. А другим участникам рекламной игры могу пожелать только удачи. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я из города Иваново. Я нахожусь за рулем практически каждый день, ну, большинство своего времени. Водительский стаж у меня чуть больше 10 лет. Я, да, как бы работаю водителем, большую часть времени провожу за рулем. Часто пользуюсь заправкой «Беларуснефть». Как бы нравится обслуживание на заправке. Ну и все как бы устраивает, качество топлива тоже. Заправкой «Беларуснефть» пользуюсь уже давно, так как нахожусь за рулем тоже давно. Ну, можно сказать, практически постоянно. Честно, даже не предполагал, потому что, ну, как бы мало в таких играх участвовал. Это вот первый раз, что так вот мне повезло, можно сказать. И, ну, как бы, когда узнал первый раз, то было такое, как бы, шоком немного. Автомобиль Audi 100, его мне принес удачу. Нет, раньше как-то не приходилось выигрывать, это мой первый выигрыш. Ну, как бы, да, уже обсуждался этот вопрос. Большинство, я думаю, потратится на топливо. Ну, и сопутствующие товары, которые находятся на АЗС «Беларуснефть». Я хочу пожелать другим участникам рекламной игры, чтобы верили в удачу. То, что удача всегда случается, играйте и выигрывайте. Здравствуйте. Савина Гаврильчик, Анна Валерьевна, врач. Очень много езжу по Беларуси. Мой водительский стаж практически 20 лет. У нас есть семейное увлечение. Мы посещаем много городов Беларуси. Практически все свободные выходные – это поездка в какой-нибудь районный центр с обязательным посещением музеев. Мы посещаем вместе с детьми, рассказываем историю Беларуси. И действительно, из 120 магнитиков городов Беларуси мы посетили уже больше половины. Сейчас будет очень приятно потратить бензин на оставшиеся города. Да, я давно являюсь клиентом «Беларуснефти», еще с самых первых, с 2000-х, когда были зеленые карты. Мы обязательно с мужем, и у меня, и у него, и у всех членов семьи есть свои карты, пользовались, ну и практически всегда пользовались только «Беларуснефтью». Всегда не было никаких проблем по наличию топлива, по обслуживанию, по даже ассортименту, потому что иногда бывает заказать кофе и горячее что-то не везде можно, а «Беларуснефть» везде предоставляет такую возможность. Я не отслеживала, я видела, что на почтовый ящик мне постоянно приходят письма. Я их даже не открывала никогда. Ну, во-первых, я ехала в автобусе. Перед этим было много звонков от телефонных мошенников. Когда позвонил какой-то знакомый голос, я не поняла, откуда я его знаю. Решила внимательно, культурно послушать все, что говорилось. И, честно говоря, я не поверила. Я поверила, когда уже полностью в личном кабинете увидела о том, что да, я победитель, что кроме меня есть еще победители. Ну, тогда уже пришло осознание. Мне очень нравится Витебск и Брест. Я всегда готова туда вернуться. То, что Минск, он всегда есть, он под боком,
его можно всегда успеть до конца осмотреть. А в те города хочется возвращаться и возвращаться. Я желаю победы. Обязательно. Пусть это будет какой-то даже маленький приз, но это очень приятно, это очень неожиданно, и это поднимает настроение, и это действительно является подарком. А у нас это получился предновогодний, предрождественский подарок. Добрый день, меня зовут Денис из города Мёра. Мой водительский стаж более 15 лет. Индивидуальный предприниматель, в свободное время подрабатываю такси. Клиентом «Беларусьнефти» являюсь более 10 лет. Почему выбираем «Беларусьнефть»? Потому что качество обслуживания и расположение. Что рекламная игра проходит, слышал, но как бы не обращал внимания. Когда я узнал о выигрыше, я подумал, что это телефонные мошенники, я не поверил. Поверил через пару дней, когда вы еще раз позвонили, все объяснили, что да как, что проверить на почте, на электронной, вот это все. Вот когда проверил, узнал, тогда уже, да, более-менее поверил. Первый человек, с кем я поделился, это была супруга. Свой выигрыш я потрачу на топливо, сопутствующие материалы. Путешествовать я люблю. В ближайшее время я хотел посетить город Брест. Играйте, выигрывайте, верьте.